Вот дебилы, блядь. Что такое? Кто ты там стреляет, блядь, опять пристрелился в автоматы хуяты нам. То я говорю, тут люди уже дичат, уже не знают, что делать иной раз. Просто тут с РПГ просто так ебнут, блядь. У кого-то там, ебать, БМП заклинит, так вся проводка 30-м залпом въебывают. Я вообще в ахинке. Я говорю, тут довольно происходит просто. В соседней вон деревне вообще пацаны и контузию словили, что ли, что, я не знаю. Просто пошли, блядь, говорят, женщину взрослую, изнасиловали и 16-летнюю девчонку. Ужас. Там, говорит, кошмар. Жалко, говорит, вообще расстрелять, просто взять и расстрелять, говорит, нахуй. Прям, говорит, а такой я можно, в шоке, блин. Просто завалить человека еще и отправить его нахуй другом. Никто тебе ничего не скажет. Потому что, понимаешь, вот не за что... Жесть, конечно. Толку ебать, конечно.